Трехразовое питание, тихий час, все по графику. Воспитатели и няни приучают домашних ребят к чувству времени и дисциплине. Дети чуть постарше впервые садятся за парты и знакомятся с буквами и цифрами. Ну а те, кто возрастом поменьше, разучивают первые стихотворения. Детский сад «Айшуак» построен в рамках социальной ответственности бизнеса на спонсорские средства АО «Кастрансойл». Онлацин Ашикпаева – одна из тех, чьи внуки получили место в новом детском саду. Женщина благодарит местные исполнительные органы и компанию «Кастрансойл», которые сделали такой социально значимый подарок селу. Это так здорово. Я помню, как трудно было устроить моих детей в детский сад. Нужно было выстоять огромную очередь. Нередко приходилось отпрашиваться с работы, потому что нельзя оставлять детей дома одних. А внукам моим очень повезло. Спасибо людям, которые вкладывают в наших детей, ведь это будущее страны. Садик на 280 мест – необходимый объект в Шолаккургане. И хотя вопрос обеспечения детей дошкольным образованием в Сузакском районе решается активно, не каждый ребенок сегодня может попасть в дошкольное учреждение. Сейчас здесь охвачены дошкольным образованием 92% маленьких сузакцев. В плане охвата детей дошкольным образованием Сузакский район занимает лидирующие позиции. Здесь 17 государственных детских садов, 8 частных, 11 мини-центров при школах. В планах открытие еще 2 частных детских садов. И мы надеемся, это позволит охватить все 100% дошкольников. Сейчас эта цифра составляет 92%. Стоит отметить, что двухэтажное здание детского сада полностью оснащено самым передовым оборудованием – музыкальными центрами с караоке, телевизорами, компьютерами и необходимой мебелью. Новый социальный объект имеет музыкальный, гимнастический зал и медицинский кабинет, предусмотрен и кабинет коррекции для индивидуальных занятий. Финансирование строительства социально значимых объектов – приоритет политики компании «Кастрансойл». И, как правило, здесь руководствуется принципом «все лучшее детям». В нашей компании работают свыше 8 тысяч человек. Мы во многих городах являемся градообразующим предприятием. Будем в дальнейшем поддерживать развитие нашего, всего нашего общества. В первую очередь наших детей. Дети – это наше будущее. Поэтому дай Бог нам возможности развиваться и помогать нашим согражданам. К слову, это далеко не первый социальный проект компании. В прошлом году при финансовой поддержке компании были открыты 3 универсальные спортивные площадки в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях. В Атырауской области открылась новая современная школа, ну а в городе Павлодаре – детский сад.